Добрый день. Сейчас мы находимся в Турции, в Анталии. Сегодня ехали в экскурсию, джип на сафари. Ого. Сафари на джипах. Вот сейчас уже конец экскурсии. Приехали, привезли нас в ресторан покушать. Ресторан такой вот оригинальный. Все находится на воде. Правда, вот это сидячее положение, ножки поджать, конечно, очень неудобно с непривычки. Ноги отекают, но есть возможность посидеть на пуфике. А так вообще прикольно, журчание воды, смотришь под собой этот. Принесли форель речную, горную, очень вкусная. Поели вот сейчас. Везде тут падают какие-то струи, везде это. Интересная обстановочка. Экскурсия очень понравилась. Сейчас вот уже поели. Сегодня походим, фотографируемся, собираемся, поедем в отель через полчаса. Так вот рекомендую, кто приедет, будет, если в Анталии, брать эту экскурсию. Мы отдали за нее $14 на человека. Называется «Сафари на джипах». Ездили какую-то мечеть, посещали, водопады ездили, смотрели. Ну, правда, водопады небольшие. Ну, все равно приятно разнообразить свое время, чтобы не скучно было. И цена приемлемая, $14. Это нормально развлечься. Так что вот так вот. Всем советую. Приезжайте. Сейчас ноябрь месяц, жара стоит. Мы не ожидали, что будет такая погода. Великолепно вообще все. Все пока очень нравится. Все. Вау. Все. Пойдем.